Рада вас приветствовать на своем канале 18 соток. И сегодня я хочу познакомить вас с еще одним сортом острого перца, который называется халапеньо пурпурный. Это сорт перца халапеньо пурпурный. Плоды у него фиолетового, почти черного окраса. Такого же интересного окраса и его листва. Темно-зеленые, темно-фиолетовые тут полоски. Чем больше солнца, тем темнее его листва. Высота куста 70, может достигать даже метра. При созревании плоды становятся пурпурно-красными. Вот такие вот красавцы. По шкале Сковела острота этих перцев 2,5-8 тысяч единиц. Все зависит, в каком состоянии зрелости вы собираете перец. Чем краснее перец, тем он острее. Такой перец темный будет намного слабее. Сроки созревания этого перца составляют 75-90 суток. Плоды очень толстостенные, хрустящие. Этот халапеньо отличается от стандартных сортов халапеньо своим окрасом листвы и окраской плодов. Его используют для приготовления различных мексиканских соусов, в том числе чипотли, копченый, используют сушеный перец. Сорт халапеньо пурпурный очень похож на сорт острого перца чинзо патио. Ну, они похожи плодами, но у них разные кусты. Здесь ствол у растения фиолетовый, у чинзо патио он зеленый. И листва у чинзо патио зеленого цвета. Плоды немного меньше, чем халапеньо. На этом я обзор халапеньо пурпурного заканчиваю. Заходите на мой канал, буду знакомить вас с другими сортами перца.